Сегодня суббота. Все отдыхаем. Да, да, да. Вот. Вчера пришла посылочка с Узума. Заказали чайник. Вот такой. Я тоже хочу тебе. Сейчас распаковочка будет. Посмотрим, какой чайник. Вот. Да я хочу тоже. Сейчас. Вы же вчерашние? Вы же вчерашние? Делали так. Вот. Вот такой чайничек. Здесь есть как бы этот, который останавливает, короче, мусор собирает. Ну вот, чай весь собирает, который не пускает. Вот такой есть. Как назвать, я не знаю. Короче, железка. И подожди. А, вот она. Вот эта штучка тоже красивая. Она. Вот эту тоже сейчас. Вот так выкручен. Сейчас, малыш, сейчас. Вот так вот. И это открываем. Да, открывай. Какой золотой? Ага, золотой чайничек, да? Это вот так вот делаем теперь. Теперь у нас очень много будет чайника и хватает для нас, которые для гостей, да, для детей. Старый чайник хотим поменять. Там льется, конечно, не так уж много, поэтому. Я хочу сам выкрутить. Не выкрутить, а крутить. Крутить. Да? Крутить. Да? Красивый, да? Нет, наоборот. Ага, сюда. Вот так. Все. Крепко закрутил. Все, молодец. Yes. Ну-ка, дай-ка. Посмотрим. Красивый? Да, можно я потом. Красивый. Вот такой красивый чайничек. Я сам. С такой красотой. Ну, Давид, я показываю. Вот такой красотой. Красота вот такая. Здесь резиночка. Где резинка? Ну вот, вот так вот положил. И вот так вот потихоньку. Не вылится, в общем. Вот. Вот такая она. Это 1 литр. Еще будет как сказать, под чайничек такой. И там будет свечка гореть. И, где свечка? Всегда будет чай, короче, горяченький стоять. Как раз на зиму будет хорошо. Подсвечка, да, называется, по-моему. Вот такой тоже. Скоро будет. Ну, а так. Вот здесь, конечно, следы остаются, что плохо. А так нормально здесь. Дырка большая, хорошо, вот быстренько будет. Это все стеклянное. Уже я не знаю, сколько раз мы заказываем. Вот так аккуратно, да, ломают, ломают, да. И вот. О, попы. Попы. Чупрышечки. Класс. Может, я пока поиграю? Давай сейчас им Иманчику половинку дадим. И вот такой чайничек. За 60 тысяч. Да. За 60 тысяч купили. И доставка бесплатно. Как бы, я не знаю, откуда это. С Ташкента, может быть. Но доставка бесплатная. Возле дома прям у нас. Там их не офис. Так что, ну так вот, пешком можно выйти. И принести свою доставку. Вообще классно. И вообще вот аккуратненько все вот такое вот пришло. Вот на картиночке будет вот так вот выглядеть этот чайник. Или вот так вот с лимоном. Все будет видно красиво. Да. Вот такой вот.